Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Нашла в ноуте у мужа много фоток. Полураздетых девушек, выяснилось, что это фото сайта знакомств. Спросил у мужа, он разозлился. Начал кричать, что если я хочу, могу разводиться с ним до каких-то фото, это всего лишь фото, он удалит. Сейчас не разговариваем, не понимаю, что делать дальше, выяснять все или сделать вид, что ничего не было. Ну, смотрите, здесь, конечно, вопрос, да, вот, каким образом вы оказались у ноутбука своего мужа, да? Вот, то есть это, ну, вообще говоря, нарушение личных границ другого человека. Вот, если вы, вот, так скажем, ну, нарушаете, да, эти его личные границы своего, ну, своего мужа, вот, то очень может быть, что это есть такая вот некая базовая, да, проблема, скажем так. Вот. То есть вот, отсутствие, значит, уважения друг к другу. Вот, отсутствие ограничений друг от друга. Вот, и, значит, ну, людей, вот, отсутствие личного пространства вот, на довольно многие вещи пока. Вот. Поэтому, значит, это первый момент. Второй момент. То, что вы нашли, да, ну, безусловно, это неприятно. Вот. Это безусловно неприятно. Это, безусловно, очень травмирующий для вас. Вот. Но нужно в данном случае, вероятно, постараться увидеть то, чем конкретно вас это травмирует, чем конкретно вас это называют. Вот. Необходимо этот момент увидеть, то есть как вы себя чувствуете, какие это поднимают проблемы, вот, я имею в виду, ну, у вас, то есть вот, проблемы у вас, вот, как вы себя чувствуете, преданы, например, вот. Вы чувствуете себя неоцененный, вы чувствуете себя, там, грубо говоря, да, хуже, чем вот эта девушка, которых вот он нашел, да, вы начали сравнивать значит, себя с ними, да, допустим. Вот. То есть это очень важная история, важная часть этой ситуации. Вот это то, какие проблемы вот, всколыхнуло этот эпизод. Необходимо понимать, да, что наличие такого факта вот, ну, означает определенные проблемы, определенный кризис в отношениях. Вот. То есть, если вот такая
ситуация произошла, вот, то ваши отношения находятся в кризисе. И вам после того, как вы разберетесь в своих чувствах, вот, я бы сказал, что вам будет вот необходимо решить, что вы будете делать дальше. То есть, если вы будете в отношениях, то есть, если вы, ну, планируете быть в отношениях дальше, вот, то задача, наверное, заключается в том, чтобы, значит, над ним работать. Вот. Задача заключается в том, чтобы их гармонизировать. Я имею в виду отношения. Вот. Если хотите, конечно. Но этого необходимо, ну, в своем поведении, да, скажем так, в своем поведении что-то менять. Вот, для этого необходимо что-то корректировать, потому что, ну, вот, те вот модели, значит, ну, поведенческие модели, которые вот до этого вы использовали, очевидно, что они привели к вот такой проблеме. Вот. Нравится это, там, допустим, нам или нет. Вот. Что хочется сказать, да? Значит, если мужчина начал искать и смотреть других женщин, вот, то, возможно, ему чего-то не хватает в отношениях с вами. Вот. Либо он себя с вами не чувствует мужчиной, либо вас не видит женщин. Соответственно, нужно проследить, да, нужно проследить, как ваши отношения менялись, ну, на протяжении этого времени. То есть, как они, вот, ну, какие, там, грубо говоря, изменения, да, они вот претерпевали ваши отношения. Вот, что у них менялось. Вот. Вообще посмотреть на то, что между вами и вашим мужем общего, ну, вот, что вас объединяет, что вас связывает. Вот. Какие отношения у вас сейчас, ну, на данный момент, да, то есть, ну, вот, что это за отношения, какого рода это отношения. Вот. Хорошо ли вам в этих отношениях? Ну, комфортно ли, удобно ли вам, да, в этих отношениях? Удобно ли ему, мужу, в отношениях с вами? Обратите внимание на то, получается ли вы совместные впечатления. Вот. Сейчас. Или там, каждый в основном, да, своими делами занимается и все. Вот. То есть это тоже очень пока важная деталь, которая людьми, к сожалению, вот, в рутине быта, вот, довольно часто забываются, вот, к сожалению.
Это, по моему мнению, совершенно неприемлемо. Ну, лично я думаю, что вы на какой-то момент, да, точнее вы какой-то момент, значит, перестали взаимодействовать как мужчина и женщина. А вот, может быть, это из-за обид каких-то конфликтов, вот, трудностей. Вот, мы же почему-то были в ноутбуке своего мужа, да? Вот, и его реакция, она свидетельствует о том, что ну, напряжены вы были. Вот. То есть, его реакция говорит о том, что он готов был, да, вот так реагировать, вот он был, ну, что-то типа на взводе, да, то есть, что-то типа уже был на эмоциях, вот, и как-то спокойно с вами не говорил, вот. Ну, то же самое, в принципе, касается того факта, что вы разговариваете. Вот. Совершенно очевидно, что не первый раз вы так не говорите друг другу. Вот. Опять же, вот из-за чего, да, то есть как это все происходит. Вот, и из чего это происходит. Я думаю, так можно ответить вам на вопрос, да. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Вам она необходима.